Добрый вечер. Сегодня у меня простой ужин. Просто вот рыба. Вот. И просто булка. Такой простой ужин. Чуть-чуть посолю рыбку. Просто рыбу поем. Потом чай буду пить, будет попозже. Так, булку буду отламливать. Всем приятного аппетита. Кто ужинает? Очень вкусно. Почитаю байки сегодня. Опять. Поем, прочитаем. Это костей много. Можно подавиться.
Еще. Только костей много. Какие кости? Thank you.
Thank you.
Сейчас почитаю баечки. Мой шеф супер экономный. Он покупает не ручки, а стержни к ручкам. Но это еще ладно. Если новый стержень плохо пишет, говорит он мне, нужно снять наконечник от предыдущего хорошего стержня и поставить на новый стержень. А если у него порвется пакет, то он скотчем обмотает и будет ходить так. Возвращался домой, шел мимо частных домов. Около одного дома увидел занимательную картину. По территории бегает собака с громким лаем, а около будки стоят два сильно подвыпивших мужика. Один из них лупит по будке и кричит: «Серега, Серега, выходи, собака спать хочет». Thank you.
из отзывов о пылесосе. Комментарий. Он работает. Весь двигатель в грязи. Фильтрации нет как таковой. Он все же еще не сдается. Был куплен как временное решение после кончины прошлого аппарата 7 лет назад. Как энерджайзер. Когда все уже давно сдохли, это изделие сатаны только посмеется, бодро продолжает веселить соседей децибелами. Над компьютером висит рок. Поменял диск. Сгорел процессор. Поменял процессор и материнскую плату. Сдох экран. Привел в чувство экран. Отказала клавиатура. Нашел и поставил другую клавиатуру. Мышка упала и разбилась. Поменял все. Развалился стул на колесиках. Пришла пара в ЗАГС. Невеста беременная. Глаза на мокром месте. Фамилия мужа ей не нравится. Предложили оставить свою. Мужу не нравится. Говорят, давайте двойную сделаем, чтобы никому обидно не было. Невеста аж в слезы. Ага, Боброва Платинина. Ездил ставить авто на учет в ГАИ. Там в ГАИ на стене висят плакаты с правилами для пешеходов и автомобилистов. На одном из них написано: пешеходу запрещается переходить дорожную часть по наземным пешеходным переходам, подземным пешеходным переходам, надземным пешеходным переходам в условиях их отсутствия. Даже потом вернулся, чтобы еще раз прочитать. Долго стоял в ступоре. Это как? Оформляю в банке карту. Дают договор на несколько листов. Начинаю читать. Слышу от операциониста, возмущенная: вы что его сейчас весь читать будете?
сейчас прочту, найду. Что-то интересное. Thank you.
Стою на остановке, рядом парень разговаривает по мобильному. Он должен работать так. Брун, 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 брун. А у тебя как? Брун, дун, дун, друн, 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 дун, дун. А, я понял, в чем проблема. Вечером приеду, справлю. Вот что означает мастер в своем деле. Повторяется уже. Ну ладно. Спасибо, что составили компанию. Нажимаем на колокольчик. Об уведомлении новых видео. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии, задаем вопросы. Счастья, здоровья, успехов во всем. Пока. До завтра. Скоро будет новое видео.